Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Железный Голем. То есть... Мистер Максим 159. Итак, и сегодня у меня для вас мод, который называется «Секретная коробка» или «Коробка с сюрпризом». Ну ладно. Мод добавит вот такую вот коробку, то есть ничего нового нет, кроме такой коробки. Такую коробку вы можете встретить везде. Да, она спавнится от 1 до 3 штук. И что же находится в этой коробке? В этой коробке находится то, что вы узнаете через пару минут. Ну а сейчас давайте посмотрим крафт этой замечательной коробки с сюрпризом. Итак, вот она. И давайте же посмотрим ее. Давайте же посмотрим ее крафт. Крафтится она всего лишь из 8 золотых слитков и 1 выбрасывателя. Выбрасыватель крафтится из булыжника и из 1 красной пылинки. Думаю, не так уж и сложно, но золото вам придется потратить. Итак, ладно. Теперь настало время вам показать, что же в этом ящике. Итак, чтобы узнать, мы должны просто-напросто поломать его. Я, если честно, не знаю, что сейчас в этом ящике, в этом, или вообще во всех этих ящиках. Итак, давайте откроем первый ящик. Так, стоп. Итак, в первом ящике обсидиан. Во втором одна губка. В третьем, офигеть, 2 седла. Я не думал, то, что седло есть реально. Так, книжки. Дальше, портал Вент, офигеть. Следующее. Блин, ребят, мне пришлось включить креатив. Господи. А, блин. Точно, я же его так включить. Итак, давайте соберем все тут мои вещи. Особенно меч, благодаря которого я убью иссушителя. Блин, это реально был гигантский сюрприз. Я знал, конечно, что вот этого я не думал. Неожиданно. Блин, этот иссушитель сейчас всех будет убивать. Эй, подожди, иссушитель. Я тебя нужно убить. Сколько у него жизни, я не помню. Честно говоря. Но поскольку у меня такой сильный меч, я его, думаю, убью. Так, на те. Давай. Умирай. И надеюсь, ты мне больше не попадешься. Пошел отсюда. Пошел. Так, надеюсь, он мне больше не попадется. И пошли дальше открывать наши коробки с сюрпризом. Итак, снова давайте включим выживание. А, иссушение задолбало уже. Так, ладно. Блин, я не могу. Голова Стива. Блин. Дальше. Очень много яиц призвания. Хотя не так уж и много. Ну, задолбали. Можно я сниму хотя бы один обзор модов? А, у меня до ХП. Так нечестно. А, блин, у меня же есть меч. Пошел отсюда. Ого, сколько он снимает. Пошли вы нафиг. Все, пока. Умирать. Так, ладно. Вот, инвентарь уже заполнен почти. Почти уже полностью. Почти. Ладно. Дальше кольчужная броня немножко. Дальше книжка зачарованная. Так, что тут у нас? Что это? Ведь читать можно? А, фигня какая-то. Так, дальше у нас блок. Блин! Дайте день делать. Да задолбали. Блин, короче, пошли вы все нафиг. Мирно, все. Вы пропали. Так, ладно, и так продолжаем. Дальше у нас... О, господи! Я испугался. Фу-фу-фу. Так. Следующий у нас это блок изумрудного блока. Пфф, блин. Неожиданно. Вот это поворот. У нас, кстати, убьет вроде бы с одного удара, но я этого не допущу. Зомби-гигант. Гигант, которого нигде не найти. О! Вот это
Поворот. Я зомби-гигант. Вот это поворот. Офигеть. Ну и поворот. Эй. Ты опускайся вниз. Окей. Фейл. Причем большой фейл. Ну и фейл. Я не думал, что может попасться зомби-гигант, который нигде не попадается. Ладно, следующее это мясо. Вальхэмс, you problem. Проблемы. Блин. Если честно, немножко даже смешно. Так, ладно. Давайте включим режим удаления и удалим все это. Я хочу тут еще посмотреть. Может быть, тут вообще что-то супер-пупер-мега-опупительное или что-то секретное, то, что мне еще не выпадало, попадется. Так, ладно. Так. Яйца призвания. Так. Ой, блин. Напугал. А, блин. Нет. Да так уже не честно. Эй! Окей, все мои вещи пропали. Ну ладно, сейчас я быстро телепортнусь к чекпоинту. Так, маркеры. Чекпоинт, телепортироваться. Что? Афи. Мне что, придется бежать все эти метры? То есть... Блин! Долго-долго. Итак, я добежал. Да, именно такие тоже ловушки могут нам встретиться, так что берегитесь и лучше подальше отходите от этих предметов. Итак, следующий... А, блин. Следующая это книжка. Дальше сет кожаной брони. Вот это хорошо. Если бы мы сейчас на него забрались, то нас бы ударила молния. А так, халявный алмазный блок. Дальше у нас идет. Офигеть, блин, наборчик. Тоже мне. Ладно. Так, что? Что? Все знаки вопроса закончились? Не, я хочу еще. Да, реально. Блин, хочется посмотреть, что там еще. Так. Ну, если просто вот так вот делать. Лава. Блин, вот такие ловушки мне не нравятся. Блин, вот это, блин, вот этого я даже не видел, такой ловушки. Вот пропасть я видел, но вот такой ловушки, так что-то написано. Лук, юб, а, лук вверх. Посмотри наверх. Типа лава на нас сейчас разольется, блин. Вот это было, честно, неожиданно. Ладно, давайте дождь, наоборот, в пользу. Так, сейчас у нас... Так, мне нужно выживание. Давайте еще. Так. Динамит, бежим! Да, иногда может и такое попасться. Так, ладно, давайте снова телепортируемся. Да уж, длинный обзорчик. Так, ладно, телепортируемся. Дальше. Блин, снова. А, вот мои блоки. Так, ладно, давайте просто вот так расставим. Так. Ну ладно, так. Чё тут? Офигеть! Офигеть, оно на всё зачаровано! О, да, вот тут вот повезло. А, блин, снова эта фигня. Задолбал. Так, тут, как я понял... Выживание, приключения и творческий план. Да задолбал. Да у меня же, блин, мирная поставлена. Так, тут губка. И тут. Это звезда ада. Ого. Не думал, что такие ценные призы даете. О, ведро славы, ведро с молоком. Дальше. Офигеть!
Я не ноду, что вы такой сюрприз нам дадите. Так, стоп, давайте. Что за фигня? Он меня убил с одного удара. Вот это поворот. Еще раз одного удара. Ну ладно. Так уж и быть. Итак. Поехали. Ой, не поехали, а просто... Так. Мы ничего не делаем. Телепортируемся. Это уже даже не похоже на обзор модов. Но все равно интересно посмотреть, как меня мочат. Так, берем алмазный меч, ни в чем себе не отказываем. Кстати, вы заметьте, мы были в нагруднике и шлеме, который зачарован на все. И это, блин. Это реально очень большая ловушка. Офигеть. Значит, что у него интересно, меч зачарован. Когда я его убью, я узнаю это. Так, давай. Ну что же за бред такой? Сколько мне его еще убивать? Сколько у него жизни? Ей. Блин, точно, из него же ничего не выпадет. Ну ладно. Так, идем дальше смотреть наши коробки с сюрпризом. Так, посмотрим. Так. Блин, точно, мы же их просто ломаем. А, еще нам могут попасться сундуки. Это самый счастливый сундук за всю мою игру в Майнкрафт. Потому что тут попадаются любые рандомные вещи. Ой, фу, слава тебе, господи, что молнии не было. А, динамит, как всегда. Убежали. Так, теперь два седла. Лучше отходим подальше. А, блин, снова иссушитель. Так. Блок. Ну ладно, ребят. Так, давайте включим креатив. Ну что ж, ребят, я вам показал мод, который добавляет коробку сюрприза. То бишь, вот такой вот блок. Так. Давайте я вам покажу в проходе. Так. Ай. Так. Блин, в проходе. Так. И вот такой вот блок. Вот такой вот обзор модов. И всем спасибо за просмотр. Эх, да. Прикольный мод. Устанавливайте. Очень хороший. Ладно, всем спасибо. А лайк и подписка. Меня поздравите. Что я сказал? Ну ладно, всем пока.